Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы, видосик у нас сегодня по Fortnite. Да-да, не удивляйтесь. Сегодня у нас очередной турнир в сквадах. Это уже вторая часть предыдущего турнира. Ссылочку, кстати говоря, на видосик по прошлому турниру. Она будет где-то в описании. Ну или просто, не знаю, на канал зайдите да посмотрите. Прошлое буквально видео. Вот, сегодня у нас, соответственно, вторая часть турнира в сквадах. Сегодня мы играли с совершенно другими людьми. Но сыграли все равно очень даже неплохо. У нас, по-моему, около 150 ПТС. И, в принципе, это очень и очень хорошо, учитывая нашу, так скажем, несыгранность. У нас было несколько крутых игр. Сегодня формат ролика будет другим. Сегодня я сделаю такую прям нарезочку. А у нас будет, соответственно, то, как я командовал. А я командовал, куда идем, что делаем, куда стреляем, по кому стреляем, куда перемещаемся и так далее. То есть покажу вам свою командирскую жилку. Ну и еще один момент. Походу, ребята, на этот режим у эпиков огромные планы. Знаете почему? Потому что уже завтра пройдет соло-турнир. Соло-турнир на 100 тысяч баксов. Точнее, даже там около 120 тысяч баксов для плоек. Прикиньте. То есть завтра будет соло-турнир в режиме без троек для плоечников. Это жестко. Это очень жестко. И... судя по всему, скоро нас ждут кэшкапы в этом режиме, потому что уже слито наличие арены в этом режиме. И если будет арена, ребят, я буду гриндить. Вот такие вот дела. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на стримы. Стримлю сейчас на Твиче, на Ютубе. Такие вот дела. Ну и погнали смотреть. Игры были, серьезно, были очень крутые, очень крутые. Первая много киллов, а вторая будет очень, очень потная. В ней будет тоже супер-супер круто. Погнали смотреть. Погнали, тем. Падаем, короче, на правую часть. Насчет файтов, ну, по идее, надо во все вписываться. Так, пацаны, мы уже полетели. Падать надо вот на вот эту часть. Ближе к фиолетовой. Если с нами падают люди, занимаем крыши и распикиваем. Ну и старайтесь, блядь, не падать на одну пушку. Как гений жизни. Самое тупое, что можно делать, блядь. Падать на одну. На одну пушку. Так, все. Так, с нами летят. Причем летят два стака. Нам надо очень сильно право брать, на дальние дома падаем. Я на вышку упаду. У меня есть сундук, найс. Еще нокнул. Белый. Найс. Подо мной чел где-то. На крыше. Что-то тут прям чел стоит. У вас есть обзор? Да-да, сейчас. Нокнул одного, нокнул. Забегайте в размен. Стоит за этим, за ящиком сидит, вот. Блять, отползай, еще один бежит справа. Я забираю, забираю. Давай я резну. Найс, я залетел. Давай, давай, просто сразу. Вы нокнули того чела? Да, 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 да. Отлично. У меня это, у меня слурпы есть. Я сейчас закину сразу. Найс. Сразу резну. Хорошо, пацаны. Вот тут долутываем и идем вон туда. Как получать деньги с туриков? Ну, в России сейчас никак. Я для контента делаю. Пол сквад. Высадился один. Белый машин крахнутый. Кнопнутый один. Они в руины забежали. Я надамажил немного. Здесь стоят. Сейчас ракетницы сбежали. Белый. Белый один. Слева. Два лоу хпшных, ребят, внутри. Я вкус ракетницы запустил. Нокнул. Улиц прям один. Да, да. Лоу хп. Забегайте. Хорошо. За деревом. Одно хп. Кастомка. Я ему 5 хитов по 46 сделал. Убил, да? Отлично. Так, ну у нас хорошо по поинтам. Надо это, надо плейсмент. Вижу, прыгают на этом, на статуе. Го параллельно им бежать. Параллельно им бежим, ребят. Надо переместиться в зону. Они наверх залезли, что? Да, да. Можем да. пострелять? Раз, два, два, три. Белый ног, ног. Туда сразу эту хуйню. Ракетницу. Они его унесли вроде. Смотрим. Унесли, там негде. Давайте бежим. Дальше в зону. Скорей. Выпрыгнул кто-то. Вот. Бежим. Мы их можем закрыть. Под угол. Нам надо угол.
А, челы на этом, челы на дирижабле сидят. Главное под дирижабль не попасть, остальное похуй. Я ракетик спустил в машину, чтобы не взяли. Дал 40. У нас много челов, много челов. Кракнутый, кракнутый, на хп. Туда. Да. Он, ну, под пригорком. Да, не получится. Мне кажется, надо выключить. Они в зоне еще, они в зоне еще, да. Челы на этот, на корабль залетели. Два чела. Ко мне можете подойти? Бегу. Да. О, вот смотрите, убегают вот. Много, вроде. Я, ладно, отбегаю, забейте. Нас сейчас закроют. Мы тех не смогли, да? Бежим. Подойди. Нормально, перед нами еще один в коморке. Он на лодку сел. Да. Взрывай лодку. Стойте. Кракнутый. Опа, нокнутый. Хорошо, и второго сразу. Белый. Хорошо, отлично. На горе передо мной. Здесь? Есть? На, по правому. Да. Раз, два, три. Белый. Вот хорошо, нокнул. Так, у нас челы. Одного... На дирижабль можем залезть? На дирижабль. Да. Залезаем. Блять, я упал. Я залез. Отлично. Я, может, наебнем потарить? Может, просто... Ребят, внизу. Да. Нокнул. Внизу. Забей. Да. Ребят, внизу много. Да, вижу. Это боты, нет? Прямо вот тут лежит. Мы тебя кроем. Я не смогу запустить ракетницу, она вверх взлетит. Нет, если сможешь. Отлично, хорошо. Здесь очень много ресов. Забрали, надо подниматься наверх. Полетим. Го наверх. Пока это, залазим. У нас чел наверху, да. Челы сверху. Да. На этом. Пиздец. Че, выходим под них или че? Ну, в зону. Я выкидываю их. Я выкинул их. Взлетает один, наверх взлетает. Я в зону. Я выкинул тоже. Летим в зону. А на метке, на желтой метке кто-то есть? Я. Блять, в меня стреляют. Я к вам могу прилететь. Я к вам лечу. Я, ребята, у нас сзади чел. Нам нельзя здесь драться. Нам надо на руины. Обратно отходим. Надо челов забивать. Где-то там, да. Вот они. Надо летит. Много дал. Пол-трио у меня. У кого? У тебя? У меня. Блядь. Хорош. А на другой стороне челы. Блядь. Ну все, я сейчас все ракетницу запущу. Со всех сторон стреляют. Я походу убил. Нокну одного. Меня добивают. Уже 8 белого выжился. Блять, ой, хилюсь. Я закинул смешанный хиль. Мне все равно белый хил нужен. А все зона. Хилюсь. Я снайпер, боже. Справа. Кто? Кек, аккуратно, здесь же чел. Да, вот там чел бежит. Блять. Может попробовать ветер? А нет. Там чел за камнем сидит. Я же навекею. Да. Ёбаная палатка. Похилился? Я за палаткой сижу. Блять. Нокну одного. Там прям за струхом бегать еще один. Сейчас прыгать будем. Давай. Ой. Давай. Дед. Охуенно. Ты куда улетел? Я никуда не улетел. А давай рейсим. Реса. Два хп. А я не успеваю. У тебя 40.
Нокнул. Еще один там. Пошел. Вижу, вижу. Еще летит, еще летит. Вы остались, по-моему, кек-кек-кек, вот один. Нет? Чел. Два в один остались, два в один. Он остался один. Один окнутый. Нет, одинокнутый. Два в один, все. Меня сейчас ёбнет, у меня нет патронов. У него 60 побил. Сосать, блядь! 23 убийства, хорошо. 24. Так, ну нормально, идем. Подойдите ко мне. Упор. Зону, а зона уже идет. Так, не-не, высоко-высоко вышел. Высоко вышел. Да, на нас прям. Ебашь его. Белый. Ну-ка. Хорошо. Я приду сейчас. Опять уже, опять ебаш. Нормально. Печку дать могу. Нормально, у меня есть зеленый, Так, нам бы на лесопилку, на самом деле, как-то выйти. Мы челов не видим здесь? Народу еще очень много. 28 человек. Давайте к этой, к избушке. Вот он надо... Чел. Есть кто-то? Раз, два, нет, три. Белый. 28. Там их несколько точно. Один пиздец разбитый. Не будут высовываться. Слайдим сюда вниз. Вот еще тут челы еще. Ну, тут здесь пробегают. Прям по лесопилке. Надо кеку. Я отхожу. Он до хп убежал. Уйди. Может, наебнем? Белый. Еще беляет. Я тебе очень много дал. У меня нет больше синего армора. Вниз, уйди. Мы почти здесь. Сзади. Надо жить. Просто живем пока что. Смотри на меня, пожалуйста. Одну ногу. Сзади. Очень много дал. Хорошо. Я наверх ушел. Белый. Одно хп каст. Нокнул. Меня сразу же нокнули. Вот, нокнул. Я к тебе чел вылетаю. Белый хил. Скинуть могу. Смотри, скинуть. Да, жестко. Жестко. Прикольная игра. АППшка дерьма, она вообще не дамажит. Хилься, просто хилься. Пока есть возможность. Все, топ 4 уже. Беги. Все, беги в зону. Да. За этой штукой спрячься. Просто сядь. Посиди. Попробуй убить сейчас чела слева. Блять, фуловые. Добивай его. Он не похилило? Двое ног, ты нормально, все. Пробуй его добивать. Вот этот чел. Хорошо. Все, ты топ-2. Один на горе. Ты топ-2. Он сольник? Это сольник, походу? Это, походу, сольник. Прыгай. Зона его. Его за зону. Его. Хорошо. Хорош! Ебать. Заебись. Хорош.